Чорний шрам ток-шоу «Пусть Батхерят». Я є ведущий Кремлис Гоблин. В этой студии мы обсуждаем невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Итак, Типоп вновь делает липовый конкурс, дабы привлечь распавшуюся гильдию народа. Как мы все помним, Тин заняла первое место, но приз так и не получила. Лишь после того, как игроки и жители Черного Шрама насели на гильдию Типоп, те сподобились отдать приз спустя 2 месяца. Хотите, чтобы вас скинули на приз? Хотите, чтобы ваши фотки после обсуждались троллями с разных серверов? Хотите, чтобы вас сганкали и преследовали по всему миру? Такие, как я, хотите накрученных голосов? Тогда конкурс для вас. Даже не хочу вспоминать. Мои фотки пошли по интернету, и меня заганкал какой-то гоблин. Я разочаровалась в проведении конкурса. Голоса сильно накрутили. Я была бы в гильдии. Просто развлекала бы и ничего больше. Не хочу об этом говорить. Слышала, что они мне отдали подарки каким-то девчатам. Беспредел! И еще одна проблема. У Орды до сих пор нет противника. Да! После того, как Нефорты задавила тиранит в своем святилище и на Толбараде, озлобленные тираниды решили кинуть вызов гневу Орды со своими правилами, прикрывшись красивой игрой. Агенты гнева просекли всю фишку тиранит с АОЕ сетапом. А говорили о красивой игре. Тираниды набрали по 10 классов ДК, Присты и Лаки и выдали вот это. Детерент, как закончите в нашей? Рульсен набили. Завивание. Что по ЛК? Что по ЛК у вас? Тут много. Нет, у них тут много. А у них тут вся группа сюда перешла. А мы всем рейдом сейчас в ЛК идем. Но не на всех нарвались! Гнев Орды играет, как всегда, красиво! Несмотря на превосходящее число АОЕ-классов у противника, Сантора сумел перевернуть счет в свою пользу в середину игры и практически довел Орду до победы. Но АОЕ-классы в мире вов очень сильны в лагах. Но до сих пор Гнев Орды остается лидером в боях на альтраке с тиранидами. 2-1 в пользу Гнева Орды! Ха-ха-ха!